привет. Мы уже где-то неделю назад приобрели в питомнике лилию, пересадили, вот она как красиво цветет, но, к сожалению, для нас, именно для нас, но не для растения, сейчас будем все эти красивые, прекрасные бутоны, которые еще даже не все распустились, будем их удалять. Для чего? Чтобы растение все свои силы потратило на именно на корневую систему, на свою корневую систему. То есть, и чтобы она в следующем году красиво цвела, к сожалению, в этом году мы сейчас вот этого все с вами будем обрезать. Раз. Жалко, а что поделаешь? Все, все, все. И причем в большинстве случаев это относится не только к лилиям. У нас еще роза тут вдалеке недавно посажена, неделю назад. Сейчас тоже удалю у нее все бутоны. Дорогая, не обижайся на нас, так тебе будет проще. Будем надеяться, что Ирина Владимировна меня за это не убьет, за сию процедуру. Все, все, все. Удаляем все. Вот что у нас в итоге осталось от лилии. Сейчас продолжим болезненную процедуру и идем дальше к розе. Подруга, прости нас. Вот такую красоту пришлось обрезать. У нас еще есть флокса, тоже, которые цветут. Но, честно говоря, не знаю. Надо будет порыться в литературе, в интернете, что с ними делать. Пускай дальше цветут или тоже. Приеду завтра, обрежу все бутоны. Еще есть гортензия. Вот это наша гордость, гортензия Бобо, вся в цвету. Ну, пока не будем ничего не удалять, пускай все будет на месте. А там посмотрим.